Морская арктическая экспедиция российского НИИ культурного и природного наследия имени Лихачева и Фонда полярных исследований отправляется в путешествие к островам Вайгач, Матвеев, Долгий и Новой Земле. В историко-географическом эксперименте по маршрутам первопроходцев-исследователей 18-19 веков, посвященном 85-летию образования Ненецкого автономного округа, пройдут три экипажа Наринмарского яхт-клуба «Романтик». Владыка Иаков благословил путешественников перед отправлением. Цель экспедиции – установка памятных крестов и мемориальных досок в память о 70 паломниках, трагически погибших на северной оконечности острова Долгий, а также пассажирах и членах экипажа буксира «Комсомолец», затонувшего острова Матвеев в Баренцевом море. Всего в путешествие отправляются 18 человек на четырех парусно-моторных яхтах. Многие из них участвуют в подобных экспедициях не в первый раз. Я полярный круг уже несколько раз пересекал, но в Баренцевом море первый раз, в самом Белом море. Ну, там были мы в Салехарде, но это еще не море, хотя где-то близко, к южному берегу Карского моря. Ну, пока там, значит, моряками, хотя и там была хорошая волна, но моряками там мы себя не ощущали.